Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в обычный Майнкрафт. В принципе, я уже, сделал, как бы, вокруг замка вот полосу с булыжника, чтобы знать, где будет начинаться стена, где заканчиваться. Вот я уже снес, тут был один дом, и тут был один дом. Я это все посносил, вот немножко выровнял вот эту всю территорию, хотя как немножко, до хрена я это все выравнивал. Траву всю повыдергивал, да, вот сделал уже такую красивую дорожку с камня. И в принципе, сейчас я не знаю, вот сейчас я. Так, это нет, вы не сможете выйти. Я их запер. Так, что у меня тут? У меня тут ничего, и тут у меня ничего. Значит, это можно снести. Так. Музыка. Пускай выключу это. А, ну да. Там у меня ничего, тут у меня дохрена чего. Вот так. Давайте мы пока что вот это все поскладываем. Вот так. Отлично. Сейчас, что мы будем делать? Давайте сейчас подумаем, что мы будем делать. Наверное, сейчас я подумаю. Вот эти все тут деревья, это, наверное, 100% будет нужно снести. И вот насчет вот этой территории, где у нас вот тут еще, я тут не заделал, нужно будет выяснить, что и как. Сейчас я как раз мы сейчас вот это сделаем. Давайте я пока что не знаю еще толком, как я это буду делать. В смысле, в каких масштабах, да как, Я уже имею одну идею, что и как я хочу сделать, но это еще нужно определиться, что и как с этим будет. Так, если, допустим, у нас стена нет, стену я не буду до сюда делать, я ее сделаю где-то вот туда. Хотя, вот сейчас мы как раз вот это и решим. Эта стена, то бишь, у нас будет вот до сюда, да? Да, вот сюда. Сейчас. Нет. Твою фуражку, чё, нету. Поскладывал все туда, весь булыжник. Вот как раз. Отлично. Так, складываем сундук в сундук. И сейчас... Так, где у нас там? Сейчас я пойду посмотрю. Да, то бишь, наша стена будет вот до сюда, да? Ага. Так, если она будет вот сюда, то тут наша стена будет. Сейчас мы посмотрим. Это все, конечно, потом залатаю. Ух ты. Нет, давайте тоже сделаем где-то вот. Вот до сюда, допустим. Вот будет нормально, да? То бишь, сейчас я пойду посмотрю. Я говорю, есть у меня уже одна затейка, что я как хочу сделать, и, наверное, вот. Вот до сюда. Сейчас я. Так. Хватит ли? Вот это. Нужно будет еще потом переплавить булыжник. Нет, не хватит. Ну, то бишь будет вот до сюда. А, хотя нет, как раз. Отлично. Тут же будут ступеньки идти. Я потом все объясню, что и как. Хотя это будет тут тоже много.
думаю, можно где-то даже до сюда сделать. Я потом объясню, что и как, и сейчас я не буду, так как я не знаю, как это объяснить. Да, будет где-то так, отлично. Все, это я уже рассчитал, что и где как будет начинаться. Это, в принципе, можно на один блок сюда ближе. Да, пускай будет вот так. Сейчас мы смотаемся домой, я пока покушаю. Так, там уже пшеничка, да, дозрела. Ух, отлично, сейчас мы наберем жратвы. Итак, я это все потом сносить буду. Я буду свою строить ферму. Вот как раз можно потом в следующих сериях уже, наверное, ферму построить. Как раз у меня пшеница есть, как раз у меня уже вот это есть. Картошечка. Я буду делать полуавтоматическую ферму. Вот зомбак напугал сзади. Где, откуда он вообще взялся? Так. Тут у нас еще есть еда. Угу. Тут еще. Отлично. И сколько у вас еды? Так. Отлично. Вроде все пособирали, да? Все. Давайте сейчас сгоняем домой. Сгоняем домой. Сделаем себе как раз покушать. Ух, нет, 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 нет. Ну, говорил же нет. Нет! О, конченый скелет, иди сюда. Как я ненавижу скелетов. Ой, все, наконец-то. Вот это такая хрень бесит, когда к ним нужно подбежать, они хрен дают. Подбежать к ним близко. Вот, отлично. Так. Идем мы домой. Домой, домой, домой. Так. Сейчас нужно поставить на переплавку камень. Ага, да, тут у нас... О, есть, отлично, отлично. Так, сейчас. Покушать, покушать, покушать. Вот так. В принципе, все отлично. Так, сейчас. Давайте поспим. Лучше все-таки поспать. Ой. И... Кушаем. Так, пойдем мы дальше, 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 дальше. Как раз нет, пока еще нет. Забыл я плиты сделать. Так. В принципе, столько хватит. Если что, еще потом там сделаю. Так, пойдем. Я говорю, я потом все объясню, что и как. Я просто сейчас не знаю, что сделаю, не знаю, как это объяснить. Потом я объясню. Я не знаю, в принципе, где нам автоматическую ферму можно построить. В принципе, можно вот тут. Да, как раз. Я потом тут построю. Я, наверное, сделаю это все-таки на съемку, чтобы и научиться как. Я, в принципе, уже более-менее знаю, но точно, толком еще не знаю, да. Так, только наугад, можно сказать. Наугад. Ага, так, сейчас, сейчас. Нет, я сначала покушаю. Угу. Сейчас, 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 сейчас. Ага, все. Я уже понял, что я и как хочу делать.
это я сделаю на один блок выше. Потом я это все заполню тут. Ну, в данный момент это будет вот так. Скелетон, вылезай с воды, давай гори. Вот так. Отлично. То бишь, у нас будет это все вот так. Ну, я говорю, дорогие друзья, я пока не знаю, как это объяснить. Я сделаю как бы... Вот у нас будет идти вот так дорога, как бы на этом уровне, да? Тут у нас будет дорога заканчиваться. То бишь, тут у нас уже будут идти такие лестницы. И тут у нас уже будет все вот так выровнено. Это все будет убрано. И как бы уже будет просто такая... Вот тут такая высота будет. А сюда прыгаешь, и тут уже будет высота вот такая. Я думаю, не знаю, очень понятно или нет. Вот, вот такая будет у нас высота, я это все буду так выравнивать. Я думаю, понятно. Вот, это все я буду выравнивать, выравнивать. Долго я это все буду выравнивать. Вот. Это все я буду выравнивать. Вот это все. Фу, до хрена тут работы, конечно же. Вот так. Угу. Тогда сейчас пока что давайте мы... Нет. Нет, вот это точно нет, это нужно же убрать. А вот тут нужно поставить. Это все заполнить. Вот так вот. И вот так. Так. Отлично. Я не знаю, когда можно будет в ад пойти. Пока что я еще это не знаю. Ну... Не знаю, скоро или нет, я думаю, пока что еще не скоро. Еще думаю, да, еще не скоро. Отлично. А, у нас есть еще здесь земля. Фу, в принципе, я уже сейчас на каникулах, у меня выходные. Начались где-то 17 числа. 2-3 недели. И да, в принципе, уже не одна неделя прошла. Кстати, у меня вчера... уже Рождество было, ну, в принципе, как вчера, я не знаю, когда эта серия выйдет, но где-то так числа 25-го. Ну, в принципе, я говорю, я живу в Португалии, поэтому тут как-то вот такого числа вот тут выходит это. Ну, выходит, что я сказал, выходит. Как бы Рождество. Так, земля у меня есть? Есть. Вот это все равнять будет, нужно капут сколько выкапывать. Так, есть еще? Нету. Ладно, в принципе, дорогие друзья, давайте на этом закончим. Ой, извините. А мне, в принципе, ну, вот сейчас я это все буду равнять. Вот буду вот это все выкапывать, да. И, в принципе, все, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.